О, здорово. У меня для вас один небольшой вопросик. Вы любите стратегии? Я вот, честно говоря, не особо. Хотя парочку из этих игр у меня есть в моем портфолио. Ну, в смысле, которые пройдены. Одна из них — жертвоприношение. Я от третьего лица, юзая различные скиллы, бегал по полю и одновременно командовал своей армией. Это было достаточно интересно, но чтобы разобраться во всем там, мне потребовалось время. И я не просто так вспомнил эту игру. Дело в том, что сегодняшняя причина торжества у меня ассоциируется в первую очередь именно с ней. Я говорю о... Conqueror's Blade. Это игра из жанра MMORTS, тип экшен и стратегии в одном ключе. Издает ее в России, конечно же, всеми любимая Mail.ru. И думаю, как уже некоторые из вас поняли, учитывая, что есть ссылочка в описании, этот ролик сделан при поддержке... Продался, сука, говно, собака, иди сюда, я тебе сейчас морду сломаю, продажный клоп. Слушай, ну вот это уже обидно на самом деле. Но не забывайте, что мнение не покупается. Разве что я не буду слишком сильно ругать игру. К примеру, из-за глупости солдат, которые застряют в текстурках или попросту кидают копии через стену. Но в данном случае это реально можно списать на баги и ЗБТ. Но все равно в игре достаточно багов. Некоторые из них будут вас встречать прямо на входе и не давать нормально отредактировать персонажа из-за того, что персонаж не успевает прогрузиться. Но секунд через 10, 20, 30 все же появляется. Или вы будете бегать с рукой, которая держит невидимый меч. Проходить через текстурки, причем работает это лишь в одну сторону. А иногда использовать вот эти баги с текстурками вы будете исключительно для побега. В свободной зоне стоять в воздухе, застревать в текстурках между домов, вылетать за невидимые стены и не смочь вернуться назад. Там на самом деле есть кнопка перезагрузки, но я не сразу понял, что она есть. Ну или попросту во время сражения вы попытаетесь залезть на коня, но у вас это не выйдет, потому что он мертв. Что, не похоже, что он мертв? В игре правда много багов, но сейчас это просто забавно, потому что, опять же скажу, за БТ. Не уверен, что все пофиксят, но большинство уж точно. Хотя, если бы сейчас игра вышла в таком состоянии, какой сейчас она есть в ЗБТ в плане багов, я бы и бесплатно сделал обзор, потому что это, как мне кажется, уморительно. Сразу скажу, что это мой первый ролик подобного жанра, ну, про MMORPG. Так что давайте, чтобы я не словил дохерящий хейт, будем расценивать это видео как не обзор, а первое впечатление. Поэтому все в комментариях пишите: Максим, классное первое впечатление. Да. Что? Сразу после запуска Conqueror Blade, ладно, сложно это выговорить, нас начинают заваливать вопросами. Откуда вы родом? Моя колыбель сгорела в пламени войны. Кем вы были в той жизни? Меня всегда манили приключения. Вам не кажется, что пафоса, ну, слишком много? После этого пафоса мы переходим, конечно же, к созданию персонажа, который здесь, ну, мягко говоря, не самое крутое. Всего-то парочка пресетов на глаза, прически и так далее. Создать абсолютно уникального персонажа пока что не выйдет. Но условную Цири вполне. В плане классов, точнее выбора основного оружия. Короткий лук, глефа, палящий щит на дате, меч и щит, мушкет и парные клинки. По сути, каждый из этих оружий имеет свои плюсы и минусы. Хотя некий дисбаланс между вот этими классами или оружием, не знаю, правильно их назвать, имеется. Но все равно, одним персонажем вы не сможете завалить целый отряд противника, потому что мы в первую очередь не герой, а командир отряда. Значит, отряд — это наше главное оружие на поле битвы. Да и так как это смесь слэшера со стратегией в реальном времени, все работает на тех же шаблонах. Конница хороша против одних, пехота против других, дальники против одних. Ну, короче, все в общем превращается в типичную камень-ножницы-бумага. И в этом как раз наша игра и заключается. Мы должны создавать правильную стратегию и общаться с людьми в игре. Ибо играем мы как командиры, должны понимать друг друга. К счастью, здесь есть голосовой чат. Ну, как вы думаете, насколько часто общаются в этой игре? Они вообще не общаются. Я все понимаю, менталитет людей, отсутствие желания побеждать. Сейчас это тупо чил. Чтобы вам не говорили другие блогеры в обзорах, что «Оу, они общаются, чтобы делать тактики, гэгэй!» По факту все молчат. Может, когда игра выйдет, официально запустится, ситуация исправится, ибо больше народу... Но пока это просто мясорубка. Большинство людей просто-напросто не умеют пользоваться своими отрядами, я, кстати, в том числе. Но лично я не из-за того, что не знаю, какие кнопки нажимать, это я просто невнимателен. Ибо я понимал свою роль на осаде или просто захвате флагов. Но у меня были такие проблемы, что я отвлекался на врага, чтобы прибить его. И в этот момент я немного позабывал про строение своих ребят и мог запросто все просрать. Короче, кроме того, чтобы уметь нажимать кнопки, нужно еще быть внимательным. И при этом все моментально анализировать ситуацию и перестраивать отряды под нее. Что касается отрядов, да, они здесь управляются буквально парой клавиш и есть некоторые построения, которые вы можете использовать. И здесь просто надо понимать, что да как с ними мутить. Это на самом деле интересно, если разобраться, и можно даже какие-то условные клещи делать с другими игроками, если объединяться. Плюс, естественно, есть прокачка отрядов, которые позволяют, например, крестьян прокачать до...
Супер крестьян. Что же касается сражений нашим героям. После выбора оружия у нас появляется возможность прокачать умения. Использовать в битве мы можем 3 и одну ультимативную способность. Естественно, для каждого класса они свои. Да и выбор каждого из этих умений также лежит на ваших плечах. Некоторые помогают быстро уничтожить большие отряды, некоторые позволяют сделать выпад, дабы быстрее добраться до врага, а некоторые даже позволяют похилиться. Такая уникальная механика, не правда ли? Короче говоря, благодаря этому вы можете сделать свой собственный стиль, который будет, ну, ваш собственный, логично, да? Само сражение нон-таргетовое. И значит, есть один плюс. Можно увернуться. Перекаты, лавирование, стрел на лошади. Тут выбирайте, что хотите. Но надо сказать, иногда игра, в частности в PvE-миссиях, напоминает какие-то бесконечные перекаты, как в некоторых ваших любимых играх. Конечно, можно пытаться парировать, работать на контратаках, но безопаснее всегда перекатываться. Самый классный PvP-бои здесь, наверное, лишь только относится к захвату и осаде. Нет, понятное дело, что вы можете там просто подраться где-то между собой, но это уже другое. Так вот, захват и осада. Первая очень простая. Вы должны захватить точку или победить по очкам, точнее, по ресурсам. В общем, тут, наверное, объяснять особо-то и не нужно. Разве что вот этих видов захватов есть еще несколько, которые отличаются в уровне мясорубки. Ну, к примеру, есть 5 на 5 режим, а есть 15 на 15. Ну, вы понимаете, да, уровень? А вот что касается второго, осады, тут все гораздо интереснее. В этом режиме все строится вокруг крепости, и это реально поражает. 15 на 15 игроков, а вместе с ними до 1000 юнитов на поле битвы. Очень много действий происходит в один миг на карте. Только в этот момент не смотрите на разрушаемость. Это смешно. Очень смешно. Лучше смотрите на гигантские требушеты, мечущие огненные снаряды вокруг. Conqueror's Blade действительно погружает в атмосферу средневековой битвы. Особенно радует, что перевернуть ход сражения может любой командир, лишь благодаря своей тактике и командной работе. Как я и говорил ранее, тут без тимплея и тактики действительно не справиться. Город. После прохождения лагеря, где нам объясняют основные механики, нам опять предлагают выбрать регион, который нам больше импонирует. Лишь мы решаем, куда нам отправиться дальше и где начнется создание нашего войска. И тут я как бы посмотрел, и учитывая количество городов, которые должны быть в теории, культуры, народов, думаю, вы уже понимаете, какие отряды могут оказаться на поле битвы, которые никогда не сражались друг с другом в реальности, что открывает еще больше простора для фантазии. А потом еще вспомните, что я говорил в начале про прокачку и выбор тактики. В общем, это очень круто. Ах да, еще здесь есть глобальная карта с возможностью захвата территорий. Но это если вам вдруг наскучат стандартные битвы, и вы решите реально начать путешествие. Естественно, просто так пойти не выйдет. Вам потребуется провиант, прокачанный лагерь, достаточное количество ресурсов, а без них тут никуда. Поэтому каждый раз вы будете исследовать мир, чтобы прокачивать свои отряды, чтобы путешествовать еще больше и захватить еще больше земель. Можно еще объединиться в гильдии, чтобы достигнуть еще большего успеха. Короче, одна важная вещь зависит от другой важной вещи. И наоборот. Причем идти в путешествие, как по мне, одна из лучших деталей игры. Даже не PvP, о котором я говорил, а именно путешествие. Дело в том, что отправляясь в путешествие, как я и говорил вам ранее, вам нужны ресурсы. То есть вы захватываете территории, и, допустим, люди, которые захотят собирать ресурсы на вашей территории, будут платить вам какие-то налоги. И кроме этого, вашу территорию могут захватить, перехватить, то есть забрать у вас. Или просто, например, вы будете гулять с мыслью, ну куда же мне присесть? Так, а чё это? Нет, это там поляна не слишком классная. А пока вы думаете, на вас нападет другой чел и начнет с вами сражение. Ну или, к примеру, с шайкой разбойников. Итог. Так что такое Conqueror's Blade для казуального игрока, который любит стратегии, но как-то не привык ко всей китайщине и другой херне? Это одновременно и сессионка, и глобальная МРТС. Вы действительно можете после работы или учебы, или перед, зайти и побегать на поле битвы минут 15 и, получив удовлетворение, забить и пойти по своим делам. Естественно, до этого побегав немного по городу и улучшив немного свои отряды. Выбрать скиллы, улучшить лагерь и так далее. Или же вообще другой вариант, можно погрузиться в эту игру с головой и затянуться надолго-долго. Тут каждый решает для себя, кто как играет. Conqueror's Blade, как многие другие игры соревновательного жанра, имеет одну, скажем так, большую проблему. У них проблема с балансом. И я даже не говорю про различные баги, которые встречаются в игре. Пофиг на них, это вообще не супер-то играет роли. А баланс, ну типа какие-нибудь мушкеты тебя просто так вот перестреляют, это не самое приятное, что есть в этой игре. Будем надеяться, что разработчики все исправят, потому что на бумаге, если вот именно доводить до идеала, все выглядит очень интересно. Как говорится, здесь поживем и увидим. Надеюсь, все будет окей. Пока, конечно, можете зайти. Как раз 12, 13, 14 апреля проходят открытые дни. Ну, точнее, открытые выходные. И, в общем, в эти дни вы можете зайти на сервак и посмотреть, нравится вам или нет. И, конечно же, проверить мои слова. То есть, ну, так ли все, как я и сказал. Может, я ошибся, вы будете писать: Максим, вообще-то ты прав, но на самом деле там вот так отсосихер, ты не до конца много поиграл в эту игру. И там, на самом деле, тащат не мушкетеры, а какой-нибудь другой класс. И я просто не понял бы это, потому что на этот класс никто не играет, он особенный.
Что я сейчас сказал, я не знаю. Короче, играйте в хорошие игры, давайте наберем 2 лайка. Удачи, пока. А, да, я поиграю в плохие игры. Совсем забыл сказать.